Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Як воно насправді, яка реакція у Москві та й взагалі у Росії на вже третю бавовну в Москві за останній тиждень? Будемо дізнаватися в Ігоря Яковенка, журналіста. Він уже на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас. Добрий день, слава Україні і спасибо, що нашли для нас время. Героям слава. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Игорь, вот только что озвучил первую реакцию Кремля на уже третью за неделю атаку беспилотников. Накануне прилетело в здание, в котором находится сразу 6 так называемых центров принятия решений, как любит это называть российская пропаганда, 3 министерства и дальше различные агентства и службы. Утверждает Песков, что, ну, это, конечно, вообще ничего не значит, что это акт отчаяния. А как, по-вашему, на самом деле отреагировали в Кремле, ну, с учетом того, что тоже, наверное, отсутствие реакции пропаганды накануне вообще какой-либо на это тоже все-таки о чем-то говорит. О чем это говорит вам, как на это реагирует российская власть и российские массы? Было указание из Кремля вообще не освещать это событие никак. То есть российские федеральные каналы, вот это все происходило в ночь на воскресенье, и вот практически ничего об этом не было сказано. То есть первый канал «Россия-1», НТВ, говорили о чем угодно, только не об этом ударе. Удар по целому ряду ключевых министерств, ну и вообще удар по Москва-Сити. Москва-Сити – это вот такой вот, ну я бы сказал, такой экспозиция, такой богатый, значит, такого российского Уолл-стрита. То есть там в этих кварталах цена недвижимости, средняя цена недвижимости миллион за квадратный метр, и там есть квартиры по 2 миллиона долларов и выше. То есть это такое вот, так сказать, золотое сердце России. Значит, и вот по этому сердцу был нанесен удар, достаточно ощутимый. Ни слова на федеральном телевидении, чем угодно там разговоры были, освещались военно-морской парад, освещалось юбилей Ирины Винер, это очень важное тоже событие, но ни слова об этом ударе. Понятно, что это, в общем, достаточно такая серьезная, ощутимая травма для режима. Ну, скажем так, поэтому режим предпочел это не комментировать. Среди россиян, ну, если брать социальные сети, то реакция была такая, что а где же хваленая безопасность, почему путинский режим, почему власть не обеспечивает безопасность России? То есть в основном это. То есть такого массового осознания того, что это ответ на преступную войну, этого не было. То есть, по крайней мере, массовых публикаций подобного рода не было. Ну, кроме всего прочего, это объясняется еще и тем, что за подобного рода открытое высказывание такого мнения на сегодняшний момент в России полагается от 5 до 20 лет тюрьмы. Поэтому здесь насчет того, что возникают такие мысли или нет, это большой вопрос. Но они не высказываются. А так, в основном, возмущение, почему безопасность не обеспечена. Что касается Кремля, то понятно, что вот это вот, ну, скажем так, встречная война, причем понятно, что она идет встречно и на поле боя, там, значит, украинская армия наступает под Бахмутом, российская пытается там какие-то наступательные действия осуществлять на севере, но в условиях вот такого обмена ударами по территории друг друга здесь тоже происходит вот такая взаимность, хотя, ну, положа руку на сердце, надо сказать, что все-таки здесь никакой симметрии не наблюдается, потому что в результате ракетных ударов по Кремовому рогу люди погибают, там кровь льется, а здесь всего-навсего бумажки летают. Поэтому говорить о том, что здесь какая-то симметрия, не приходится. И я думаю, что как раз вот в этом причина. То есть то, что пока, в общем-то, эти удары носят такое достаточно символическое значение. Как удары по Таганрогу, так и удары вот по этому
по Москва-Сити, ну и по Крыму тоже, так сказать, они пока носят такое, ну, достаточно все-таки символическое значение. Хотя по Крыму, конечно, удары в целом нарушают главную транспортную артерию, которая ведет из материковой России в Крым. Так что здесь военный смысл, безусловно, присутствует. А вот что касается ударов по Москва-Сити, в основном это символическое значение. Но вы прогнозируете усиление интенсивности этих ударов? Да, безусловно. Да, безусловно, и более того, я думаю, что, опять-таки, понимаете, я гражданин страны-агрессора, поэтому я, в принципе, для себя табуирую какое-то обсуждение политики Украины. Но я думаю, что со временем, это прогноз, а не обсуждение, я думаю, что со временем, в общем-то, Украина перестанет стесняться, перестанет играть вот в эту игру, которая навязана какими-то отдельными политиками Запада, которые почему-то считают, что Россия имеет возможность бить по любой точке в Украине, а Украина должна отвечать только ударами по своей собственной территории, то есть по врагу, находящемуся на своей собственной территории. Такого запрета нет и быть не может, и я думаю, что со временем Украина вполне открыто начнет наносить удары по российской территории. Я думаю, это неизбежно. И просто войну невозможно выиграть, соблюдая вот такие вот, ну, прямо скажем, дурацкие правила, когда Украине кто-то, непонятно кто, запрещает наносить удары по объектам, находящимся на территории врага. Так войну выиграть невозможно. Ну, вы имеете в виду запрет на использование именно западных ракет, беспилотников для этого? Да, но это... Нет, я понимаю, что у Украины есть свои беспилотники, которые она вполне успешно использует. Там можно вспомнить, значит, крейсер «Москва», можно вспомнить удары по военному аэродрому «Энгельс-2». Но все-таки основные, так сказать, ресурсы – это западное оружие, которое дает преимущество. Я абсолютно убежден, что никакого запрета не может быть на использование этого западного оружия. И, кстати говоря, Блинкен так прямо и сказал, что мы дали оружие, а уж как его использовать – это дело Украины. И это справедливо, и это правильно. Украина должна иметь возможность наносить удары любым оружием по любым точкам, которые она считает военными, законными целями на территории России. В диапазоне от Калининграда до Владивостока. Ну да, видите, еще с этими дронами такая тенденция прослеживается интересная. Дронами, которые, судя по всему, это я официально, конечно, сказать не могу, но являются украинскими, что программируют их таким образом, что если их даже там сбивают с маршрута этими РЭБами, как они любят в центре города, то они не взрываются там, куда они не летят. То есть они взрываются только там, куда они запрограммированы полететь, а доблестные российские военные направляют, ну, мы это видели во время первой майской такой массированной атаки, как они на балконы направляли, и там почему-то не взрывались эти беспилотники. Ну, вот это говорит о том, что все-таки использует Украина эти беспилотники максимально, на данном этапе, по крайней мере, войны, максимально гуманно, а не так, как делают иранские конструкторы и российские операторы, инженеры, да, которые используют эти беспилотники. А вот, Игорь, как вы считаете, что ключевое в этой истории, которая, ну, и действительно, хотелось бы и мне, конечно, чтобы расширялась, это такой удар по режиму Путина, по репутации власти, это удар по элитам, которые в таких местах, как Рублевка, Москва-Сити, обитают или имеют, во всяком случае, там, недвижимость, какой-то свой интерес, или какой-то такой общий неприятный, скажем, фончик среди населения, который, хочешь не хочешь, но все равно там значительный процент читает телеграм-каналы, а в телеграм-каналах активно все-таки это обсуждали. Что тут важнее всего, власть, население или элиты? Я думаю, суммировать можно все эти три составные части и сказать, что это символический удар по престижу России.
И частью этого престижа является репутация власти, которая для всех понятна, не может защитить свое население, свою территорию от ударов возмездия, я бы так сказал. С другой стороны, это элита, которая, ну, прямо скажем, там же никто не пострадал. И, в общем-то, вот эти вот офисные помещения и разлетевшиеся бумажки – это, в общем, ну, вполне себе недостаточная плата за те преступления, которые режим совершил, путинский режим совершает в Украине. Что касается испуга населения, я не думаю, что этот испуг пока носит какой-то массовый характер. Да, какие-то крики, какие-то мы видели и слышали, так сказать, эту запись, где какой-то, судя по всему, подростковый или детский голос кричал и говорил: «Ой, какой ужас!» И его утешали: «Мы сейчас уедем отсюда, мы здесь не останемся». Все это мы слышали, но это пока не носит массовый характер. Прямо скажем, война постепенно приходит в Россию, но она в нее еще не пришла. И я думаю, что в дальнейшем победа Украины не может быть реализована без того, чтобы война не пришла в Россию полностью и по полной программе. Это касается и, так сказать, переноса боевых действий на какие-то российские территории приграничные. Без этого не обойтись. И это и касается удары по военным объектам, которые находятся в глубине России. И я абсолютно убежден, что для этого надо использовать натовское оружие. И никакого запрета на это не существует. Это все сказки. Ну, во всяком случае, не должно существовать. Тут трудно не сойтись во мнении с вами и с теми, кто действительно таким образом поддерживает Украину. Я только вернусь на секунду к этому подростку, подростковому голосу. Честно говоря, странная тенденция. Мы вот точно такие же вопли слышали в Крыму, там, примерно год назад. Там была история с «Мамулечка, пора сваливать отсюда». Потом, значит, самолет Су-25 упал в, не вспомню, две недели назад на Азовском море в России, с одном из российских городов, да, прям почти на пляж. Там же возникла бабулечка, тоже такой же голос, уже бабулечка. И здесь, если не ошибаюсь, опять-таки бабушка фигурировала в этой Москва-Сити. Такое ощущение, что кому-то одному очень сильно не везет. И такое, знаете, символическая какая-то девочка или мальчик, подросток, вот просто бежит куда-то вот все более на восток, на север, и в конце концов это все может закончиться где-то в Сибири, кто знает. Но продолжая эту тему, ну, наверное, все-таки уже даже резюмируя эту тему, скажу, что прямо сейчас вижу сообщения в симферопольских пабликах и телеграм-каналах о каком-то страшном количестве хлопков. Там так сейчас пишут. Сначала писали три громких хлопка в Симферополе. Дальше вижу, называются разные районы, сейчас детализировать не буду. Уже четвертый и пятый раз что-то взорвалось. Пишут, что ПВО. Ну, конечно же, ПВО, о чем еще можно говорить? Ага, уже до 8. Вот, уже до 8 количество этих так называемых хлопков выросло. Кстати, по поводу того, как пропаганда это называет и на это реагирует, вот они, какой бы ни был беспилотник, они всегда говорят: мы его перехватили, значит, сбили с курса, и он врезался, да, он врезался в склад боеприпасов, как недавно было в Крыму, Аксенов заявлял, да, он врезался в склад боеприпасов, и мы эвакуировали всех на расстоянии 5 километров, но мы, конечно, мы его сбили, и вообще никакой паники нет. Странно, что до сих пор в это люди верят. Ну, ладно, придет время, и я думаю, что перестанут. Игорь, хочу с вами также поговорить о тенденции, которая наметилась полтора месяца назад, я имею в виду пригожинский мятеж, такая достаточно изменившаяся расклад сил в России. Но то, что меня удивило после всех событий, касающихся Пригожина после 24 июня, это то, что буквально несколько дней назад он был замечен и зафиксирован собственными пропагандистами в Санкт-Петербурге, ручкался с, значит, представителями Африки, которые в итоге были идентифицированы. И действительно, это довольно высокопоставленные представители там, Центральной Африканской Республики в том числе. Но самое интересное, что это все происходило в несколько
нескольких километрах от того места, где Владимир Путин строил из себя российского лидера. Вот там же Пригожин тоже пытался строить из себя российского лидера и показывать, что вот я тоже встречаюсь с африканцами. Как вы считаете, почему это вообще произошло, почему это допустили, допускают, и почему, ну, этот Пригожин до сих пор жив? Ну, после 24 февраля произошли серьезные изменения в конструкции современного российского фашистского режима. Если до 24 февраля это был абсолютно персоналистский режим, и Путин, в общем-то, контролировал, так сказать, в основном и полностью все процессы в России. Ну, понятно, что все процессы никто никогда не может контролировать, но, по крайней мере, при желании он мог решить практически любой вопрос, который был, возникал бы в России. Мог сделать практически все, что угодно. Он действительно был самодержцем, и, так сказать, границ его власти практически не было. После 24 числа Путин открыл окно в хаос и впустил этот хаос в Россию. И сфера его контроля над процессами в России стала стремительно сокращаться. Он не контролирует процессы, которые происходят в армии, не контролирует процессы, которые происходят в спецслужбах, не контролирует процессы, которые происходят в регионах России, в экономике России. Ну, в общем, короче говоря, сфера его контроля ограничивается его какими-то близкими халуями, которых он пока контролирует. Там Пескова контролирует, Шойгу контролирует, там, наверное, Герасимова частично контролирует, ну и так далее. То есть вот какие-то кнопки он может нажимать, но дальше эти кнопки не ведут ни к каким рычагам, которые могут быть задействованы. Что произошло? Значит, на сегодняшний момент Россия, как мафиозная структура, не государственная. В России не было никогда государства, это были мафиозные структуры различные. И вот одна мафиозная структура, она на сегодняшний момент распалась на несколько кланов мафиозных. Один из этих кланов публично представляет Владимир Путин, клан этот называется Российская Федерация, а другой клан равновеликий, который на равных с ним общается, забивает стрелки, так сказать, выясняет отношения, это другая мафиозная структура под названием ЧВК «Вагнер», который представляет собой Пригожин. И это именно так и выглядело, когда они встречались в Кремле и, так сказать, торговались по поводу того, как они будут расходиться, как на их языке принято выражаться, расходиться краями. Вот Путин попытался вбить клин между Пригожиным и ЧВК «Вагнер», у него ничего не получилось. Примерно большая половина ЧВК «Вагнер» осталась за Пригожиным, передислоцировалась в Беларусь. И на сегодняшний момент, в общем-то, Путин ничего не может сделать с Пригожиным. Он не в состоянии выполнить своего обещания. Он обещал, когда сразу на следующий день, в день мятежа, он говорил об измене, о предательстве, о том, что все ответят. Никто ничего не ответил, потому что Путин не в состоянии ничего сделать с Пригожиным. Это совершенно очевидно. Не в состоянии с ним делать, во-первых, потому что у Пригожина есть своя собственная банда, которая в состоянии дать отпор. Во-вторых, потому что эта банда пользуется какой-то существенной поддержкой в войсках. В-третьих, потому что эта банда пользуется и Пригожин в целом, как часть сегодняшнего российского истеблишмента, пользуется поддержкой верхушки российской власти. Ну, состав этой верхушки я не уверен, что я могу с точностью воспроизвести, но, по крайней мере, ясно, что там и Юрий Ковальчук, ближайший, так сказать, сторонник Путина и его подельник, там и какие-то структуры ФСБ, возможно, Федеральной службы охраны, и в войсках генералы. То есть вот эта поддержка, ну и среди губернаторов есть определенное количество людей, которые поддерживают Пригожина. То есть эта поддержка в верхах российской власти, она полностью блокирует возможности Путина уничтожить Пригожина. Такой возможности у него нет. Вот в результате тот компромисс, который мы видим, это
дислокация в Беларуси, полная возможность дальше эксплуатировать богатство Африки. По сути дела, здесь Путин дал Пригожину карт-бланш. На сегодняшний момент у Пригожина контакты с 13 африканскими странами. Ну и примерно планируемый годовой доход от ограбления африканских недр, африканских бюджетов, это примерно порядка 4 миллиардов долларов в год. Ну, в общем-то, это, конечно, неравноценная замена тем деньгам, которые он получал из российского бюджета, но, в принципе, достаточно для того, чтобы поддерживать на плаву ЧВК «Вагнер». И я думаю, что в дальнейшем Пригожин еще не все сказал в отношении Владимира Путина. Я думаю, что, так сказать, эти два мафиози заточили ножи друг на друга, и, в принципе, я думаю, что выяснение отношений еще предстоит. Да, очень хотелось бы как можно скорее увидеть эти разборки, и, конечно же, хотелось бы, чтобы там и без поножовщины снова-таки не обошлось такой, знаете, массовой, милитаризированной и яркой. Надеемся, наверное, делаем для этого, что можем. Я имею в виду и донаты на вооруженные силы Украины, но об этом уже сейчас с зрителями будем отдельно говорить. Спасибо вам, дякую. Ігор Яковенко, журналіст, долучався до прямого ефіру на 24-му.